Вот они, первые три богатыря у нас появились. Но, наверное, будет маловастенько у нас гусяток. Закладывали много, а как-то не совсем они активно зародились, так скажем. Ну, сколько будут? Вот эти гусята все Матильдины и Гошкины. Пузанчики хорошенькие. Уже несколько лет. Стало, смотрите, не дают они ей покоя, уже большие. Теплица уже несколько лет, и как кирпичи там были, просели, стали дырки большие. И у нас сегодня случилось, ну, случился такой случай. Смотрите, что делается. Они звезды летают. Видите, осталось 3 цыпленка. Он там, где белый цыпленок отходит, там была такая дырка, в общем-то, между кирпичами. Не сильно большая. Ну, в общем, цыпленка съела кошка. Потому что с улицы видно прям след, как она его тащила. Видимо, он подошел очень близко. Они же гребутся, они что мне тут перерыли, ям наделали. Видимо, очень близко, и она его схватила. Жалко цыпленочка, самый рыженький был, который самый яркий. Ой, и вот такие хорошенькие родились, такие сильные, шустрые. Всего-то 4 штуки было. Теперь осталось 3. И у нас погода такая, непогода, что холодно, и вот этот дождь, и снег до сих пор. И я в теплице, конечно, не занималась ничем. Так бы я их уже давно отсюда, это самое, перевела в клетку. Ну, в общем, вот так как-то все не совсем благополучно, так скажем. Прям жалко, цыпленочек такой хороший был, шустрый, большой уже. И вот, видите. А говорят мне, что вот они умные, да разум и душа у них есть. Никакого разума у них нету, у этих, хоть гуси это, хоть куры. Есть инстинкты. А в них не включается ни душа, ни разум. Ой, Господи. Прям что-то сегодня с утра такое настроение вот мрачное из-за этого. Именно прям из-за этого. Я уж думала, здесь-то их вообще никто не тронет в теплице. Они же никуда не выбегали. Был там случай, черненький все бегал. Ну, как-то мы тут... Это засыпали вроде ямы. Но она же опять гребет все. Все что-то их учит чему-то. И разгребла вот там дырку. Да. Такая печальная новость у нас. Печалька, печалька. А сейчас я пришла сюда, чтобы мне тут начать работу делать по готовить к посадкам теплицу. Сейчас все вытащили, вот эти доски все. Дорожку буду переделывать. В общем, по-другому немножко грядки располагать. И их, конечно, буду убирать. Как они там будут, там одно сено. Там земли нету.
Не знаю, как они там будут жить. Вот чем куры отличаются от гусей. Курята так долго растут, они не могут за себя постоять. В этом плане гуси, конечно, удобная птица. За ней месяц вот наблюдаешь, смотришь, и все, и уже дальше не боишься. Он ни к кому не попадется в лапы. Потому что он большой просто. У нас в инкубаторе появились несколько гусяток. Вон, видите, какие они. Уже высохли. Сколько же их тут штук-то? Ой. Раз, два, три, четыре, по-моему. Ой, такой наглый. Залез прям верхом. Посмотрите, что. Вот сидит прям верхом на головах других. Это гусятки все Матильдины и Гошкины. Ой, они, наверное, задавили там кого-нибудь. Конечно, вон пятый. Ой, ой, ой. Хорошенькие. Маленькие. А здесь вот еще один, но он, видимо, не жилец. Слабый совсем. Я уже забыла, сегодня снимала или нет. С утра мы же курицу перенесли с цыплятами в другое место. А, ты на меня не смотри, смотри, бежит, 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 бежит. Ой, 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 пугает, пугает. Мы их перенесли, хотели вот сюда, но здесь дырки большие. Еще убегут или кто-нибудь залезет. Мы перенесли вот сюда их. Посмотрим, что они тут делают у нас. О, представляете, они бегали-бегали целый день. А сейчас залезли в коробку. А в коробке ну, с утра к обеду где-то курочка нам снесла яичко. В коробке сидела. Вон моя красавица такая, я не могу наглядеться на тебя. А сейчас, смотрите, она сама села. И все цыплята к ней залетели туда, сидят вокруг нее. Да ты моя ненаглядная курочка. А еще-то у нас сегодня случилось такое горе. У нас же кошка украла цыпленка. Вот я не помню, правда, снимала я утром это видео или нет. Ну, в общем, мы горюем целый день. Так жалко того цыпленка. Вот маленьких, когда что-то с ними, ну, случается, нам очень жалко. Тем более кошка съела. Как она могла в теплицу подкрасться, там дырок. Ну, дырки есть, но не такие, чтобы кошка пролезла. Ну, ладно. В общем, курочку вот мы по этой же... Ну, не только по этой, конечно, причине. Потому что мне еще там надо работать уже в теплице. Подготовить ее к посадке. Мы перевели курочку вот сюда. И вот она у нас теперь. Красотулька ты моя. Смотрит. А тем тепло там, хорошо. Представляете, что? Но у нас на улице-то сегодня вообще был минус ночью. И сегодня обещают мороз. Ну, мороз тоже минус. Не знаю, минус 3. Но это уже холодно. Толя идет, еду несет. Сейчас посмотрим, как они будут есть. Она вылетела.
Ну, сейчас и они полетят за ней. Толя, а вот здесь вот дырка что-то, вот тут большая. Ничего? А холодно сегодня же будет еще. Смотри. Ага, видишь, как хорошо там она. Вон они. Наши красотки. Ой, наши красотки. Вот они. Ничего, не видишь, как все хорошо у них. Конечно, даже не переживай за это. Сами запрыгнут. Курочка гребет, как всегда, в своем репертуаре. Ну да? Нет? А, яйца? Картошку она выгребает? Ой, она вообще клювом просто и все в разные стороны. Вроде, чтобы всем хватило. Видишь, что делает? Ух ты, засранка такая. Хвалю, хвалю тебя, а ты, видишь, что творишь? О, в разные стороны. А птенчики там сидят. Красотульки. Наши красотульки. Она их что-то не зовет. Слушай, а им там тепло, они друг к дружке прижались, сидят. Ты туда сено наложил, да? А, ну я и смотрю, что они прям это в уголочек там сели. Ну понятно, ну и правильно. Гу поднял, смотрит. Опа, 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 опа. Рыженький сверху забрался. Есть. Ну ладно, греби, моя хорошая. Деток своих не бросай. Ты же умница у нас. Водичка у тебя есть, еда есть. До завтра. Теперь до утра. А где наши гуси? Здесь только были. Никого. А, вон они. Понятно. Наелись и пошли. Ой, как им не холодно, бедненькие гусики. Ой, я пошла домой, холодно. Что, в пуховых одеялах? Съели. Ну, что-то осталось маленько. Ну, маленько еще. Осталось маленько. Ладно. Пошла я, холодно сильно. Ага.